вами побеседовать о таком важном в последнее время жизнь без страха. Как жить и ничего не бояться? Возможно ли это верующему или нет? Есть страх, который нам нужен. Об этом братья много говорят и много будут говорить. А я хотел бы сегодня поговорить о страхе, который нам не нужен, от которого пришел нас избавить сам Господь. Сегодня все средства массовой информации, все интернет, все ученые мира сегодня, все газеты и журналы – это одно страшилище. Лучше их не читать. В любви нет страха, но совершенная любовь, она прогоняет страх. Как только у нас заболело что-то, и сразу мы себе начинаем писать целые произведения. Все, начинается рак. Интересно, на какой стадии. Друзья, Библия говорит нам, что мы ничего не боялись. Марфа, когда брат уже на кладбище, уже 4 дня смердит, а Иисус скажет: Марфа, не бойся, только веруй, увидишь славу Божию. Какую? Я знаю, что воскреснет, когда будет воскресенье мертвых. Марфа, не говорил ли я тебе? Я не знаю, как это у нас получилось, что жена умерла и воскресла. Я не знаю. Я объяснить не могу. Но это был факт, это было да. Это моя жена, это я перед вами стою. Вы думаете, у меня была сильная вера? Может и была. Но мне казалось, что у меня горячее желание было, а веры никакой. Когда Давид и Кутели почему меня возле, когда я сумую, я заходил в другую комнату, я неравнодушный был до этого псалма, и сегодня, когда я пою, исполняюсь духом. Я падал на лицо свое и говорил: Господи, если ты у меня заберешь жену, я твою работу заброшу. Он не напугался. Я верю, что я Иисусу не создал никакие проблемы. У него все камни могут лучше меня проповедовать. Но он жалился надо мной. Аллилуйя, слава ему. Он жалился над моими детьми, которых дал мне. Я имею сегодня здоровую жену, а дети здоровую маму. Я благодарен Богу за то, что много людей через это свидетельство пришли к Богу. Смотрите, чтобы иметь нам дерзновение в день суда. Бог сказал Еремии: Еремия, скажи моему народу, чтобы не учились путям язычников и не боялись знамений небесных. Когда Бог что-то делает, цунами, торнадо, или в Портленде плиты разбегаются, или этот вулкан возле, туда далеко-далеко, не бойтесь, он не накроет Америку. А если надо накроется так одеялцем, мама ребенка накрывает. А вы останетесь живы. Потому что наш Бог знает нас. Мы верим того Бога, который сказал киту, проглотил Йону, но через 3 дня выплюнул его. Нельзя фарш из него сделать. Это мой раб. Пусть поплавает немножко в чреве кита. Это за него что сами. Братья и сестры, у нас бывают проблемы трудные, разные. Но из каждой проблемы есть выход. Смотрите, здесь написано, я не знаю, как просто написать, как здесь написано. В любви нет страха, но совершенная любовь, она прогоняет страх. Какая это совершенная любовь? Читайте 2 послание Коринфянам, 13 глава. Вот ставьте там свое имя. В 13 главе. Я люблю это читать. Вы знаете, что мы много не переживаем в жизни. За нас многие говорят разные, ужасные. Мне уже и сказали, и на этот раз, и тот раз, а то почему с женой разошелся? Потому приехал к вам благовествовать. Нет, почему ты ее бросил? И приехал в Америку. Нет, ты в разводе с женой. А я говорю, так что, я такой больше нигде не найду. Ну а что говорят все, что ты 2-й раз женился? А вы каждый раз спросите. Ну ты можешь свою правоту высказать, а это жене? А почему? Мне любовь не дают. Я читаю об этой любви.
Братья и сестры, это для нас с вами, это не для всех. Попробуй что-то за епископа скажи, он всех поднимет на ноги после того, что пожалуется властям. А здесь написано, у 13 главе, что любовь, она долготерпит, милосердствует, не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется ни правде, а что радуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Аллилуйя, слава Богу. Братья и сестры, это любовь. Павел говорит Римлянам 5 глава 4 стиха. От терпения опытность, от опытности надежда, а любовь, надежда не постигает, потому что любовь Божья излила сердца наши Духом Святым. И эта любовь, которая в нас, она растворяется в Слове Божьем в нашем сердце. Наше сердце, как вот тот чайник для чаю, чайник для любви, где кипит вода, горячий дух, и растворяется эта любовь, и она нам дает силу надеяться на Бога. Она дает нам силу не искать своего. Она дает нам силу не раздражаться. Она дает нам силу радоваться, когда нас огорчают. Да, она дает нам силу за все благодарить. Потому что такова у нас воля Божья. 3 года тому назад, когда я лежал в Ровно, там, где сделали операцию, я всем отвечаю, Римлянам 8:38, это каждый из нас должен знать на зубок. Там написано, при том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует по благу. И я так отвечаю, а жена каждый мне, вас, я здесь никакого блага не вижу. Ты не видишь, потому что ты здорова. А я вижу, смотри, чаёк мне дают постель, кушать мне дают постель, туалет меня, извините, водят, учат меня ходить, все меня жалеют, все за меня молятся. Ну так не главное. Никто меня работать не заставляет. Я сегодня способен для всякого труда. Могу все работать и могу ничего не работать. Жена все переживала и говорила, кто мне будет помогать? Я говорю, это разобраться надо, кто кому помогает. Я тебе или ты мне. Ну да, каже, да, разобраться надо, что я без тебя. Братья и сестры, когда вы восстановляете ваш автомобиль поломанный, то может вы не сильный специалист, но у вас получается удачно. Но Бог наш, который знает нас, Он самый лучший мастер. Он самый лучший творец. Он самый лучший Бог. Аллилуйя, слава Ему. Поэтому бояться нам нечего.